проекте Брамос, он очень известный, поэтому я буквально несколько слов. Briefly, I will tell regarding the Brahmos project. It's very famous and well known, so I will be brief on this issue. По мнению многих экспертов и в России, и в Индии, этот проект является самым успешным примером совместного проекта по разработке и производству высокотехнологичной продукции. In opinion of experts and politicians both in Russia and India, this project is one of the most successful projects of joint development and manufacture of high-tech products. Он стартовал в 1998 году, ему уже 20 лет. It started in 1998, it's already 20 years old. И напомню, что в рамках решения его создания, этого проекта, две компании, компания ДРДО с индийской стороны, НПО машиностроение с российской стороны, создали совместное предприятие. And I'd like to remind that after deciding to establish this JV, it's been set up by two companies from both the sides, DRDO from the Indian side and research and production company машиностроение from the Russian side. И я очень рад отметить, что на сегодняшний день этими комплексами вооружены как сухопутные дивизионы, так и корабли. And I'm glad to note that these missiles are being inducted into both army and navy now. И приятно, что совместное предприятие активно работает над созданием новых изделий для применения с других носителей. Так, в 2017 году состоялся первый пуск новой ракеты Брамос самолета Су-30 МКИ. And we are also happy that the joint venture is working towards development of new products and new platforms for the missiles. And in 2017 there was a successful fire trial of missile from Su-30 MKI. Следующим успешным проектом, о котором я хотел бы сказать, это, конечно, проект Су-30. The next successful project I'd like to tell you is the project of Su-30 MKI. На слайде подробно изложена цифровая информация, я не буду ее дублировать. There is detailed information given on the slide, so I won't repeat the same. Но могу сказать, что на сегодняшний день производство по линии этого изделия развернуто аж на 5 площадках корпорации HAL в различных городах. Это города Насик, Каракут, Лакхнау, Хайдарабад, Орва. But I'd like to tell you that the manufacturing and production works for this project is being set up in 5 plants of HAL in 5 cities in India. А замечу, что эти заводы до начала реализации этого проекта как раз таки занимались проектами Ми-27, поэтому здесь присутствует преемственность и некая цепочка логическое действие, которое прослеживается еще с наших самых первых проектов. And I would also like to note that before participating in Su-30 MKI project, these planes were involved in manufacture of MiG-27. So there is a sort of logical connection in work of those planes. Буквально несколько фактов, которых нет в презентации. Значит, производство самолета было развернуто настолько с глубокой локализацией, что мы двигались там по фазам. I'll just give you some information which is not on this slide. Starting the project, it has such a large scale that it was split into 4 phases. Сначала мы обеспечивали только наземные летные испытания собранных в России самолетов. We started from on-ground and flight trials of aircraft assembled in Russia. А закончили производством деталей самолета из сырья и материалов, произведенных в Индии. And we ended up by manufacturing parts and systems of the aircraft from the raw materials in India. Более того, начиная со второй фазы, все самолеты комплектовались двигателями, которые изготавливались в отделении в городе Каракум. Moreover, starting from the phase 2, aircraft were equipped by the engines being manufactured in Каракум, India.